наши коллеги с вами, родители, воспитанники очень потрудились, чтобы вот представить такую красоту. Я думаю, что мы получим все массу наслаждения. Здесь все пестрит цветами в прямом и переносном смысле. Работы, выполненные в разных стилях, объединены одной темой – цветы в изобразительном искусстве. Самый популярный жанр – аппликация, причем не только из бумаги. На занятиях педагоги помогают детям найти себя. Это беседа прежде всего по искусству, и мы стараемся разбудить в детях творческое начало. Там необычный взгляд на вещи, это не обязательно, что они станут все художниками. На открытие пришли педагоги дополнительного образования и участники. Обойти какую-либо работу стороной просто не получается. Взгляд притягивает каждый цветок, делятся зрители. Многие экспозиции выполнены взрослыми, но особый интерес вызывает детское творчество. Фантазии на тему цветов никого не оставляют равнодушными. Сколько много здесь вложено труда, творчества, вдохновения, умелых рук. И с такой любовью и с добротой все это сделано. Когда создается детскими руками, и не только детскими, а они под руководством там педагога опытного, конечно, в эту работу ребенок вкладывает свою душу. Он живет этой работой. Выставка проводится не первый год. Как отмечают организаторы, уровень представленных работ заметно вырос. Окунуться в мир изобразительного искусства может любой желающий. Экспозиция будет работать до пятницы, 14 сентября. В этот же день члены жюри подведут итоги, выбрав победителей в каждой категории. Живопись, графика, оригами, икебаны из живых цветов. Кстати, отдать свой голос могут и жители нашего города. Приз зрительских симпатий по традиции является дополнительной номинацией. Екатерина Юшна, Дмитрий Алексеев, служба новостей.